Одним из древнейших искусств Китая является резьба по камню, возраст которого насчитывает более 4000 тысячелетий. Секреты этого искусства бережно хранятся китайскими мастерами, и им одним известно, как из простейшего булыжника получить тончайшие резьбы произведений прикладного искусства. Для резьбы искусные китайские камнерезы использовали яшму, нефрит и близкий ему по расцветке жадеит. А кроме них, еще агат, халцедон, бирюза, горный хрусталь, аметист, коралл и другие камни, которые еще древних мастеров привлекали разнообразием красок, твердостью и звонкостью материала. Китайского орещика отличает отношение к материалу. Если на Западе камень прежде всего ценится за его ровную окраску и прозрачность, то китайских мастеров привлекает причудливость естественной расцветки камня и природная форма. Они то и вдохновляют китайского мастера на создание самой изысканной композиции. Поэтому, выбирая кусок породы, мастер долго изучает его форму и направление жилок, стараясь впоследствии использовать каждое пятно и прослойку.